Всем привет из Китая! Мы прилетели только что в Пекин. Это Лёшин первый раз в Китае. Я здесь когда-то была 10 лет назад, как раз в Пекине. Короче, летели мы 9,5 часов. Немножко устали. Нас дважды кормили. Очень важная информация. Все, мы идем за своими чемоданами. Потом у нас еще будет внутренний перелет в Ханчжоу. Вот так вот выглядит аэропорт. Итак, мы вышли из аэропорта в Пекине. Мы встретили Лёшиного друга и однокурсника с китайской группы. Это Миша. Он такой же высокий, как и Лёша, в принципе. Я вижу большой плюс учебы на факультете восточных языков, что можно встретить в аэропорту человека, с которым ты учился. Например, он учился на китайском и сейчас работает на радио в Китае. Это прикольно. И давно уже живет в Пекине. Здесь очередь стоит. Короче, мы с Лёшей только что меняли деньги в аэропорту. И здесь комиссия 10 баксов. Любую сумму, которую ты меняешь, 20 долларов, 100. Да, мы хотели поменять 20 долларов, но комиссия 10, поэтому мы решили поменять 50. Вот такая история здесь. Круто. На всех фотках Мао Цзэдун. Ну, не на фотках, а банкнотах. На всех фотках. Мы наконец-то в самолете и летим в Пекин, Ханчжоу. В аэропорту произошло много разных вещей. Какой-то дедушка пытался одеть Лёшин рюкзак и с ним пойти на таможне. Как Лёша заметил, что дедушка одевает его рюкзак, я не знаю, конечно. Но на этикетке была Мао, висела на рюкзаке. Короче, это было очень смешно. Люди, конечно, в Китае даже не знаю, что сказать. Женщина при мне просто в аэропорту сняла штаны, оставшись в колготах. И на эти колготы я делала другие штаны прямо в аэропорту. Мы прилетели, и сейчас мы возле аэропорта, возле нашего автобуса, будем ехать в город. И нас встретил Дерек, с Лёшиной работы молодой парень. Здесь в китайском автобусе нужно пристегиваться, прям как в самолете. Ага. Мы пришли на завтрак в нашем отеле. Так интересно, что завтрак здесь в основном в китайском стиле. Моя тарелочка. Но есть европейская. Лапшичка, которую очень любит Илюша. Здесь огромная такая территория. Куча еды. Продолжение нашего завтрака. Это все завтрак.
Парку, и здесь прям, как я не знаю, парк каких-то талантов, люди танцуют сзади. Так здорово, когда есть такой парк, где можно просто прийти и потанцевать. Там даже женщина с женщиной танцует. Здесь поют, танцуют. Короче, очень круто. Короче, я сейчас нахожусь в торговом центре. В центре. Короче, здесь какие-то не брендовые вещи по огромным ценам. Такое ощущение, что это какой-то развод для приезжих. Блин, я в шоке. У них вообще, блин, все по $5 на сайте, а в торговых центрах какие-то китайские фирмы, какие-то огромные цены, что за бред. Сейчас я буду пить вот это. Что мне нравится в Ханчжоу, так это везде есть такие таблички, туалет. И, кстати, я ходила уже несколько раз, это бесплатно. Реально, блин, это очень удобно, что в городе такое есть. Да, эти штуки, я так и не запомнила, как они называются. Нас опять привезли в ресторан с аквариумами. Можно самим выбирать.